В большинстве муниципалитетов республики отметили Агадуй. Глава Чувашии приехал поздравить с праздником песни и труда жителей Вурнарского района. Местные аграрии завершили посевные работы одними из первых и с внушительными результатами. Право поднять флаг Агадуя над парком поселка предоставляют только передовикам труда. А таких в муниципалитете становится все больше. Лучшим работникам хозяйств вручили благодарности, почетные грамоты и медали. В поселке Вурнары живет и один из лучших трактористов страны Николай Тихонов. Звание заслуженного работника сельского хозяйства ему присвоил президент России. Больше 20 лет работаю в Вурнарском лесокомбинате. Посеял в этом году где-то 1000 гектаров осенью на уборочном, там по 5000 тонн отдыхаю я там, в поле отдыхаю. Ну, нравится, знаю с детства. Концертная программа с утра и до позднего вечера. Большинство песен посвящены тем, кто трудится на земле. Аграрии муниципалитета достигли успехов. Этой весной в районе посевные площади были увеличены. Здесь продолжают вводить в оборот и залежные поля. Крестьяне Вурнарского района неплохими темпами и хорошим качеством завершили весенние полевые работы. На сегодня сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами посеяно зерновых культур 12 831 гектар. Глава региона отметил, что аграрии муниципалитета стали выращивать рентабельные культуры. Многие хозяйства сделали ставку на кормовую кукурузу. Спрос на нее повышается не только в стране, но и за рубежом. Начали сеять еще масличные культуры. Это и горчица, и другие масличные культуры, которые на сегодняшний день пользуются спросом на рынке. И отдельные хозяйствующие субъекты продают на экспорт. И на полях, и на участках, кто ведет личное подсобное хозяйство, зреет хороший урожай. Вурнарцы умеют не только работать, но и гостей удивлять. Сюда на праздник Агадуй съехались народные умельцы со всего района, чтобы показать оригинальные поделки и провести мастер-классы. Здесь же можно было научиться создавать картины из дерева и даже плести коврики из полевой травы. Это, говорят мастера, давно забытое ремесло. Ароматерапия, во-первых, и как оберег с Чувашии. Всегда к траве очень бережно относились. Проливной дождь на празднике песни и труда называют хорошим знаком. Аграрии рассчитывают, что этим летом земля будет плодородна и даст большие всходы. После Агадуя начинается трудовая пора. Хозяйство приступает к заготовке кормов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.